Всем привет, вы на канале Лиса Не Фокс. Сегодня я вам расскажу про породу хоккайдо. Хоккайдо или айну или сетте – это порода охотничьих собак, одна из шести в регистре японской кинологической организации по защите и сохранению исконно японских пород – Nihonkei Hodzenkai. Используется как охотничья охранная собака и компаньон. Собаки этой породы пришли на остров Хоккайдо с айнами, вытесненными на север переселенцами с корейского полуострова в период Яйой. Рост от 45,5 см до 51,5 см. Вес от 20 кг до 30 кг. Шерсть двойная, окрас сезам, тигровый, рыжий, черный, черный с рыжими подпалинами, белый. Живет от 10 до 15 лет. Наплевать на фейлы, сделал раз, потом второй. Я был невидимкой раньше, парень типа Каспер Боуи. Хватит обсуждать, кто летает высоко. Каждый день я много дел, привидение прямо в пол. На закрытой тусовке играет чей-то музончик. Ты сходишь будто с обложки. Улыри, я тебя уже люблю. Подарил тебе розы, значит буду серьезным. Давно потерян контроль, и с тобой мой путь прямо в космос. Ты пишешь что-то и стираешь. Лайков фотки окей, ведь ты так красиво окей. Теперь просто поверь, выбрал из сотни дверей. Одну и не постучусь, замешал коктейль с наших чувств. Я разбит, соберусь, лего наизусть. Легко все вернуть, нащупать путь. Глаза, как твои, искал мне найти. Давай, заходи, я в сети. Ты пишешь что-то и стираешь. Боишься и не трачу свой прайм на тебя, 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 тебя. И просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. Я просто трачу себя, я без дачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба. Между нами война, между нами пыльба. Между нами вода, между нами вода. Я прикрываю свой тыл. Пара, минус один, я. Где же ты, где же ты, где я? Тратил себя по КД. Я был стабильно, стал холостым. Я чуть не погиб. Ну, на этом все. Всем пока, спасибо за просмотр.
просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео про следующую породу собак. Всем пока-пока! Тебя, тебя.